Варикоз – это плохой у вас состав желудочного сока. Спасибо, дорогой, что вы это знаете, потому что большинство людей этого не знают. Они не соединяют, они думают, варикоз – это варикоз, где варикоз, а где желудок, как это вообще связано между собой. Поэтому большинство что делают? Они просто берут и удаляют варикоз, если он им не нравится. Или пользуются всякими гелями, кремами и всеми остальными. Вот кто из вас, вот кто смотрит это видео, соединял между собой, казалось бы, два несовместимых, ну это в нашем только сознании, казалось бы, два между собой несовместимых процесса. Варикоз, вены, сосуды и желудочный сок. Вот я это знала. Я это знаю уже лет 6. Поэтому очень внимательно стала смотреть за работой желудка. Как узнать, работает у вас желудок или не работает? Я очень часто задаю этот вопрос. Вот после пищи есть у вас ощущение, как будто у вас камень в животе? Есть ощущение, как будто вот вы поели, а вроде как опять голодный? Еще бы что-нибудь съел. Знаешь, вот поел, а потом кажется, ну я бы еще что-нибудь съел. Есть у вас ощущение, как будто как вот вы съели, и как пища вот тут застряла, и не просто как ком, а как будто вас как подпирает ощущение? Вот напишите.